Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox, режим под названием «Симулятор суперобезьяны». В общем, это симулятор скорости, где мы должны с вами собирать бананы. Итак, первый бананчик дает нам 150 каких-то мартышек с закрытыми глазами. Здесь стоит у нас огромная мартышка, чувак со сверхскоростью. Можно одеть себе шапку мартышки, я так понимаю, вместо моей коробки она все равно не налезет, поэтому мы с вами будем качаться. Итак, белый бананчик дает нам 150, хотя здесь написано 50. Я не знаю, почему такая разница. Итак, 1000 поинтов, он у нас стоит 170 робоксов. Давайте немножечко себя ускорим, потому что я слишком медленный. Так, зеленый банан. А сколько дает нам зеленый банан? Написано 150. Посмотрим, насколько на самом деле он дает. Получается, у нас увеличивается ХП, у нас скорость увеличивается и у нас увеличивается прыжок. Зеленый дает 50. Окей. Значит, зеленые бананы мы с вами не собираем. Итак, здесь нужно идти на поиски. Кстати, да, ребята, это разработчик, один из знакомых роблоксеров, поэтому я тоже знаю секретное место в этой карте, я вам его сегодня покажу. Там лежит огромный прикольный банан, который дает, если я не ошибаюсь, около 10 тысяч. Итак, желтенькие бананы по 150, у меня уже 1700 поинтов. А если сделать престиж, сколько? А, престиж, до престижа осталось 8232. Окей, я думаю, что может быть даже сегодня... Оп, смотрите, красные бананчики лежат там. А сколько нам дают красные бананчики? Боже, я так чувствую, что я туда не дойду. Это очень и очень долго. Погодите-ка, погодите-ка. А что это за биг... У него в руках банан. 1000 робоксов, смал банана 250. Что такое это? Что за смал банана? Погоди, дай я куплю смал банана за 250 робоксов. Так, что появилось? О, бананчики. Если я его кушаю, что происходит? Плюс соточка. Ага, неплохо. И сколько раз я могу скушать его? Два раза. Сейчас посмотрим. Он временный или не временный? Погодите-ка. Три раза. Не трогай мой банан! А чё он кинул кожуру? А если я наступлю на нее, что будет? Я упал. О боже, как прикольно. Погодите-ка. Я кушаю бананы. Я кушаю бананы, которые у меня в руке. Интересно, закончится он когда-то или нет. Это хорошо, что я могу теперь есть. Я могу теперь разгоняться потихонечку. Да, 250 робоксов дорого. Конечно, вы этого не делаете. Не советую покупать такие бананы. Так, где-то здесь должны быть еще черные бананы, не? Больше нету, только желтые. Что там чувак бегает, пишет? А, привет, Робзи, привет. Все пишут привет. Привет, ребят, привет. Я вам так скажу. Черный. Мне кажется, эта макака все пособирала. Вот эта макака, которая бегает здесь возле меня, только что мне кажется, все пособирала. Я ищу бананы черненькие. Мне интересно, сколько дает красный, пока я собираю желтый. Смотрите, вот этот маленький банан, он не заканчивается. То есть можно ходить просто-напросто кушать его постоянно. И он дает нам по 100 скорости. По 100 мартышек он дает нам. А мартышки дают нам скорость. Хорошо. Зелененький нам дает по 50. Тоже кушаем его, естественно. Так, по 50. Мне нужно найти домик. Вот, ребята, я вижу этот домик. Я вижу этот домик, друзья. Это секретное место. Если я не ошибаюсь. Я не уверен. Мне сказали, какой-то домик. Вот, я думал, что тот домик, но там у нас мартышки. Вот. Смотри, я уже прыгаю повыше. То есть я скоро смогу, по идее, запрыгивать на деревья и кушать вот эти красные бананчики. Так, погнали. Внимание. Выживание... Бом... Чего? Выживание бомжа в джунглях, что ли? Ха-ха-ха. Выживание бомжа в джунглях. Итак, здесь у нас бананчик лежит. Хорошо. Нужно встать на какой-то лежачок. Мне сообщили, нужно встать... Вот, красный, как раз-таки красный банан. Сколько дает нам красный? А, плюс 500. Встать на лежак. Куда наступить? Ага, вот. Вот. А вот и секретное место. Здесь у нас сидят роблоксеры. За столом пируют. Здесь у нас кто? Альберт, Пози, Демастер и Аид. Вот такой вышины, все не кушают, хорошо. Здесь где-то сказали, должен быть какой-то суперсекретный банан, который дает 10 тысяч скорости. Но если он, походу, и был, то, мне кажется, его уже съели. Здесь вернуться обратно. Больше ничего здесь интересного нет. Так, там лежачок, это кристаллы. А кристаллы загора... Когда я подхожу, они загораются. О, смотри, как прикольно сделано. Вот это норма. Кристаллы, когда я подхожу к ним, они загораются. Может быть, мне найти свободный сервер, где никого нет, зайти туда и поискать здесь банан? Мне кажется, это будет правильным решением, потому что сейчас я этот банан просто-напросто не вижу. Побегал я по серверам и понял, что найти банан не так уж и просто, но зато я узнал, где он находится. В общем, банан появляется прямо по центру стола, где сидят роблоксеры и дает нам 10 тысяч скорости. Итак, есть еще небольшая новость, значит, я бегал по серверам и случайно наткнулся на одного известного вам персонажа. Посмотрите, кто у нас бегает в списке. Да, ребята, со мной на сервере бегает Пози, значит, решил тоже снять эту игрулинку. Ну окей, по
поснимаю вместе. Итак, давайте мы, кстати, попытаемся его найти. Где же он бегает? Так, ребята, у нас превращается игра из симулятора скоростной обезьяны в симулятор поиска Пози. Итак, где он у нас лазит? Здесь его нет. Окей, побежали искать. Побежали искать как раз-таки вот этот банан. Кстати, маленький банан не пропадает. То есть я его ем сколько угодно, он постоянно дает плюс 100 скорости. Желтые бананы дают плюс 150, зеленые, как обычно, 50. Розовые дают нам 500, а черную 1000. Давайте еще раз мы заскочим вот сюда. Может быть, все-таки появился у нас вот этот вот злосчастный 10-тысячный банан. Так, заскакиваем вот сюда. И что у нас там есть? Нет, банана все так же нету. Ладненько, выходим отсюда, будем искать, значит, Пазянского. Или просто собирать бананы. В общем, если наткнемся, значит, хорошо. Так, где же он ходит? Где же наши бананчики? Бананчики собираем, я хочу найти черные. Какая у него стата уже? 5000? Нифига себе он прокачался. А у меня 16. Неплохо, ребята, мы с вами за пару минут прокачались. Тихо, тихо, тихо. Вот, кстати, я теперь могу доставать до красных бананов, ну, либо розовых. Так, а ну-ка, давайте. Плюс 500, хорошо, хорошо, хорошо. Нужно забраться наверх. Наверху вот эти бананы, их очень много, они разбросаны прямо наверху. Давайте сейчас я попробую запрыгнуть туда. И, опачи, ага, у нас вот на столбе висит у нас бананчик. Тихонько, тихонько забираем. Готово, плюс 500. Вот, видите, вот сверху. Так, а я не могу залезть сюда? Могу, могу, все могу. Так, вот у нас, а вот смотрите, внизу банан лежит у нас розовый, ее тоже обязательно нужно собирать. Кстати, я могу уже сделать не один престиж, а несколько. А вот и Пазянский. Вот и Пози. А, что он всех убивает? Что он всех убивает? А что он такой маленький? Посмотрите, какой маленький. А что такое? А я могу сражаться? А я могу? А ну, погодите-ка, погодите. А ну, погоди. А, здесь можно сражаться. Тихо. Вот как сражаться. То есть я сейчас ребят раскидываю. Ты что, Пози убил, что ли? А ну, стоять. Артём. Да, получи, я отомстил ему, ребята сражаются здесь прям жесть, блин, у меня жизни почти не осталось, слушайте, а если я его завалю, он, наверное, не обидится, меня убили, нет, блин, почему меня развалили, капец, жесть какая-то, ладненько, нас... надо превратиться в обезьяну, слушайте, а как в обезьяну превратиться, а, нужно взять эту штуковину, погодите-ка, получается, чем больше я ем бананов, тем сильнее я вырастаю. Нифига я огромный. Вы реально посмотрите. А чё я такой здоровый стал, ребят? Так, вот чувак у нас стоит, кушает банан. Ладненько, побежали, соберем еще с вами пару бананчиков. И ты чё здесь обижаешь, мелких? Ну иди сюда, ты чё здесь обижаешь? Ты чё здесь обижаешь мелких? Чё? А, паркур. О, здесь есть паркур есть. Погоди, а чё я не видел? Так, нужно свалить. А как сюда попасть? А как сюда попасть? О, паркурчик. О, вот это паркурчик, я понимаю. Пазянский еще не вырос. Нужно прокачиваться. Высоко-высоко. Слушайте, а что в конце? Могу я пройти его? По идее смогу. Смотрите, я расту. Так, я расту. Я потихонечку кушаю бананы. Хорошо, побежали. Красный, желтый. Впереди красный. Что в конце? Ну, давай. Прям, смотрите, прям, мне кажется, если бы у меня чуть меньше скорости было бы, я не долетел. Здесь, получается, нужно около 30 тысяч скорости, чтобы проходить это... паркурчик, фух, вы видели, прям на самый краешек, я стал. Тихонько, давай вот сюда, собираем еще один бананчик, собираем красненький. Кстати, да, чем больше я собираю, тем больше я расту. 29 тысяч, хорошо, это показатель. Естественно, в конце паркура, что меня ждет в конце паркура? Представляете, что если там ничего нету, если там просто ничего не будет, это будет довольно-таки обидно. Так, мы пошли почти все уже. Осталось буквально немножко. Я думаю, что я смогу пройти. У меня уже 33 тысячи поинтов. Хорош. Престижи я делать не буду. Не хочу делать престижи. Может быть, там в тех локациях, конечно, есть что-то интересненькое. Но, а вдруг нету? Вдруг я зря сейчас сброшу скорость и все потеряю. Так, погодите-ка здесь. Смотри, что тут есть. Черный банан раз. Черный банан два. Черный банан три. Нифига себе, смотри, а радужный сколько дает? Плюс 2000, офигеть, смотри, плюс 2000 насыпало. Я возвращаюсь обратно. Какого сейчас я буду размера? Вы посмотрите на этого гиганта, просто огромный гигант. А ну-ка, сейчас мы навалим кого-то. Получит. А что, я не могу бить его? Вот я нанес удар, хорошо. А тебе могу навалять? Кому могу навалять? Кому я могу навалять? Больше никому, по идее, не могу навалять. А вот тебе, вот, получи. Получи, Артемка. Так, вот, надо включать shift. А shift дает нам... Если зажимаем shift, мы становимся медленными. Банан собираем. Еще наваливаем. Еще чувачку.
И хоть их... А, няшка. Так, няшку не обижаем. Тебе, дед, это мой банан будет. У-ху-ху, посмотрите на мои ноги. Вы посмотрите на мои ноги. Это просто какая-то жесть. Так, а у нас паркурчик быстро откатывается, интересно. Если у нас бананы снова появились... А вот сюда еще можно было пойти. А че я сюда не пошел? Капец, я высоко прыгаю. Смотри, смотри, я просто в космос улетаю уже. Тихонько, 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 обезьянки. Всем стоять. Работает, работает мартышечий спецназ. Нет, я, а что я такой огромный? Мне, конечно, нравится. Мне это очень нравится, что я невероятно здоровый. А можно обратно телепортироваться? Вот, можно. Так, там он... А, вон вдалеке наша карта. Капец, я огромный. У меня еще, кстати, на голове обезьянья морда. Правда, под коробкой, но вон она, видите? Вот эта обезьяночка наша спряталась там. Погнали, погнали. Давайте заскочим еще раз домик. Может быть, появилась... Может быть, все-таки он рысается там когда-нибудь. Так, я собрал этот банан? Да, на лету схватил. Так, тихонько, тихонько. Давайте вот сюда. Так, а что у нас здесь? О, так ничего не появилось. Где? Где банан секретный? Где вы его спрятали? Где вы спрятали мой банан? Здесь у нас ничего больше нету. Ладно, погнали обратно. Я хочу прокачаться. Вот, я хочу. Давайте мы с вами 50 тысяч набираем. 50 тысяч скорости, я буду просто здесь самый-самый быстрый. Кстати, чувака почти того догнал. Как в начале видео, помнили, у него 60 тысяч было? У меня уже полтинничек. Я забыл кушать бананы. Нужно постоянно кушать бананы, которые не пропадают. Я, кстати, думал, что он временный, но оказывается нет. То есть покупаешь себе и гоняешь, собираешь себе по 100 бананчиков каждый раз. Вот у нас розовенький. Я, походу, его не собрал. А, нет, собрал. Кто здесь у нас? Нюша бегает, Няша. А может быть здесь? А нет, это опять же та же беседка. Все, в принципе, мы здесь все посмотрели, все собрали. Только главное, мы не делали ни одного престижа. Кстати, сколько там нужно престижей, чтобы попасть в новую локацию? Я, если ошибаюсь, 1, потом 5. А, нет, сразу 5, 10, 15. Нет, спасибо. Извольте, я, наверное, этого делать не буду. На этом мы закончим серию. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А с вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр. И всем покедова!